Украинские военные, которые активно уничтожают оккупантов из польской СА «Украп», рассказали, какие же преимущества на поле боя имеет эта самоходная артиллерийская установка. Наши артиллеристы пересели на польский «Краб» из советской САУ-2С5 «Гиацинт», поэтому имели возможность сравнить эти две машины. Так, например, благодаря автоматизированному наведению, одну и ту же цель можно накрывать из разных точек. То есть эти САУ на поле боя можно не выстраивать в одну линию, а максимально рассредоточить их, но прицельно бить в одну цель. С точностью попадания также все очень хорошо. Уничтожается все. Отмечается высокая защищенность этой самоходки. Говорится, что разрывы были под самими машинами, но «Краб» выдержал. Кроме того, наши специалисты уже научились проводить ремонтные работы. Также отмечается маневренность машины. Несмотря на вес 48 тонн, «Краб» может развивать скорость 70 км в час и прекрасно преодолевает болота и другие труднопроходимые места, несмотря на то, что гребни между катками у САУ «Краб» меньше, чем на советских машинах. Наши артиллеристы также говорят, что установка «Краб» сделана для людей и намного комфортнее советских аналогов. Кроме того, программное обеспечение этой САУ значительно уменьшает нагрузку на артиллеристов. Напомним, в рамках оборонной помощи ВСУ получили от Польши 18 САУ «Краб». Кроме того, в июне стало известно, что Киев и Варшава подписали контракт на поставку 54 единиц польских арт-установок. Спасибо за просмотр. Слава Украине!